Привет, друзья! Сегодня мой с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Друзья мои, в предыдущем ролике произошла такая проблема. Значит, ролик назывался «Понять и простить», где моя собака, как бы, что ей не свойственно, начала лазить у меня по помойке. То есть не по помойке, а разворошила мусорный пакет с продуктами, которые я оставил непредусмотрительно, не вывез его на мусорку. Итак, проблема есть, запускать эту проблему нельзя. Я думаю, очень многие сталкиваются с такой проблемой, поэтому нужно решать ее прямо сразу же. Для того, чтобы как бы уже условный рефлекс у собаки не выработался, когда хозяин уходит, нужно первым делом идти на кухню, ворошить там мусорки и все. И для этого, ну как бы... Ролик подобного плана уже присутствовал на моем канале, но сейчас я хочу повториться. То есть мы будем один условный рефлекс переводить в другой условный рефлекс. То есть мы сейчас будем делать так, чтобы собака запомнила то, что брать и ворошить помойки – это не очень хорошо. Один из спутников моего канала, канал Дмитрия Дубровского, выпустил такой ролик, я его разместил у себя. Принцип действия такой, то есть у него собака воровала со стола. И вот он к одной из вкусняшек, которые находятся на столе, то есть он разложил всевозможные вкусняшечки такие, и к одной из этих вкусняшек привязал веревочку, веревочки, значит, как бы привязал кастрюлю, которую должна была собака, когда начнет тянуть, веревочка потянется, кастрюля падает. Принцип тот же самый, то есть как бы я лично наказывать свою собаку не буду за воровство, но собака поймет, что брать чужое — это плохо. Посредством того, что в принципе в мое отсутствие, когда она будет брать мусорный пакет, вот мусорный пакет, я сюда положу, во-первых, ну, его корм специально для этой цели. Значит, как обычно это происходит, кошачий корм, да, то есть это вот пакетик я высыпал, запах очень жуткий, очень сильный, поэтому будет привлекать. Там же в этом пакете же находятся как бы остатки там колбаса, там всевозможные, в общем, продукты питания. Я скомпоновал такую продуктовую корзину специально для собаки, для того, чтобы она сильно пахла. Сейчас еще даже разворошу все это дело, для того, чтобы, ну, еще больше... привлечь внимание животного. То есть мимо этого он пройти точно не сможет. И что я буду делать дальше? Вот у меня есть вот такой вот бетончик, да? Помните, кто уже жил в советское время, я в частности, я с таким бетончиком ходил за молоком, помню, по утрам. И вот этот бетончик в качестве антиквариата стоит у нас на участке и будет использован в качестве реквизита, который поможет отучить собаку. Он имеет узкое горло, высокий, звенящая крышка, что нам, собственно говоря, и надо. То есть, когда это будет падать все, это будет жуткий такой звук неприятный, который, собственно говоря, подвергнет собаку к тому, чтобы она больше этого не делала. Ну и кусок шнура, соответственно. То есть, сейчас мы все это приспособление соорудим, поставим. И уйдем. Ну, я постараюсь поставить камеру, посмотрим, как собака будет реагировать на это. Мне тоже очень интересно. Вот. Ну, давайте приступим к тому, что будем приспособление делать. Ну, в общем, приспособление готово. Ничего хитрого в этом нету. Вот она. Вот он бетончик, который должен упасть. Веревочка. И привязано к кульку. Я еще кулек специально обмазал кошачьей вот этой вот едой, для того, чтобы привлечь собаку еще сильнее. И для чистоты эксперимента я сейчас кошку, чтобы кошка не залезла туда, кошку я закрою в доме.
Ну вот, друзья мои, посмотрите, моя собака опять заняла такое, с таким видом лежит, как будто бы она абсолютно не причастна к тому происшествию, которое произошло. То есть вообще она не при делах никаких, но в этот раз он получил хороший урок такой. То есть, понимаете, как бы это не было негатив этот связан со мной, то есть он сам пошел, да, само на него упало. И теперь у собаки как бы появляется уже такая начальная стадия понимания того, что чужое брать нельзя, как бы вкусно оно ни пахло. Значит, действие это на этом не прекратится. Сейчас я поставил точно такую же вторую установку, но уже немножко в другом месте. Также измазал пакет всевозможными вкусностями. И сейчас я поеду в город для того, чтобы сшить этот ролик, для того, чтобы делать какие-то свои домашние дела. Но мой сюрприз... моя растяжка для собаки будет работать. Поэтому для того, чтобы закрепить вот этот урок, для того, чтобы он не прошел даром. То есть, если вы сделаете одно такое действие, то собака, она все равно через какое-то время попытается. Для этого нужно будет сделать... Ну, то есть, я еще раз вам хочу сказать, что многократное повторение приводит к тому, что вырабатывается определенная линия поведения. То есть вырабатывается рефлекс, потом устойчивый рефлекс, который перерастает в навык. Вот таким вот простым способом мы с вами можем сделать такую вещь, чтобы собака ваша перестала воровать ваши продукты какие-то. Итак, друзья мои, заслужите доверие, заслужите уважение. Работайте, терпение вам, и у вас все получится. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Спасибо. Ну и, соответственно, вот этот вот, видите, он, ты с виноватым видом лежишь, а? Да, собака? Стыдно тебе? Стыдно? Ох. Понять и простить.